Факты в лицах на Тагил ТВ. Сегодня поговорим с председателем городского совета ветеранов Нижнего Тагила Владимиром Ивановичем Свистуновым. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Иванович, приближается 9 мая. Ведется ли советом ветеранов подготовка к 77-летию Победы? Будут ли ветераны участвовать в параде? Ну, традиционно совет ветеранов и ветеранские организации города начинают подготовку к параду с уборки территории. Организуется субботник как в городе, так в районных организациях, в первичных организациях. У каждого закреплена территория, каждый убирает. Кроме того, ветераны в преддверии Дня Победы приводят в порядке могилы ветеранов, ушедших от нас, памятники. Это традиция. За многими ветеранскими организациями закреплены памятники, убирают. Очень так, знаешь, интересно и трудно выразить то восхищение, с каким наши ветераны относятся к памяти наших предков. Будут ли участвовать они в параде в этом году? Традиционно у нас более десятки лет участвуют в параде ветераны пограничных войск, ветераны ВДВ. И самое интересное, это было, по-моему, в области ни у кого такого не было, только в нашем городе, был экипаж знаменосцев, которые уже не сами переходили, а наша тагильская ракетная дивизия представляла автомобили. Они Знамя Победы открывало парад наших войск. К сожалению, в этом году это уже не будет. Один из экипажа, Михайлов Василий Дорофеевич, ушел. Анисимов уже не может выходить из дома. Поэтому решили копию Знамя Победы передать нашей доблестной Тагильской ракетной дивизии, которая будет идти открывать также парад Победы в Нижнем Тагиле 9 мая. Традиционно они еще сидели на трибунах, другие ветераны. Ну, в этом году мы обзвонили ветеранов, откликнулось пока два человека. Но дело в том, что их очень рано привозить, они устают, а поздно транспорт закрыт. Поэтому мы выбрали тех ветеранов, которые живут в центре города, которые могут сами дойти, но мы выделяем сопровождающих, и они вместе подойдут на трибуны, мы их будем чествовать. Вот, что касается поздравления ветеранов. Вот, уже третий год обыгрывается такая фишка, что поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны артистами наших дворцов культуры. Вы, наверное, слышали, видели. Я был на нескольких, волнует, и как ветераны к этому относятся. Поэтому будет продолжена эта традиция и в этом году. Я уже связывался со дворцами, все готовы. Владимир Иванович, а сколько на сегодня в Совете состоит ветеранов? Ну, вот знаете, в городе 102 тысячи пенсионеров. Это примерно 1/3 от населения города. 20 из них, 1/3, вот знаете, получается волшебничество, 1/3 продолжает работать на предприятиях, в организациях, это работающие пионеры. Так как у нас является организация общественная, и ветераны заявительно, то есть становятся у нас учет, то есть не все 2/3 ветеранов у нас стоят на учете, а стоит где-то на учете сейчас 44 тысячи. Но мы продолжаем работу для того, чтобы привлечь как можно больше ветеранов, потому что некоторые ветераны требуется какая-то юридическая помощь. У нас есть юрист, который помогает безвозмездно оформлять там жалоб, документов. Вот, к сожалению, всего у нас есть 26 ветеранов Великой Отечественной войны, 42 несовершенных летних узника, 21 житель блокадного Ленинграда, тружеников тыла тоже 1099,
дети войны, это родители, которых погибли во время Великой Отечественной войны, 2300. Ну, а общее количество ветеранов труда, вот, которые входят в 31 тысяча, то есть не все ветераны спешат уходить на отдых, некоторые работают, а те, которые ушли на отдых, они ищут внимание в советах первичных предприятий, мы только объединяем. Владимир Иванович, а кого бы вы отметили из ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию? Вот я в первую очередь хотел бы отметить ветеранские организации, которые очень сильно отличились в дни пандемии, когда был закрыт доступ ветеранов в школы, в учебные заведения. Ветераны очень соскучились по общению. Вот я сегодня был на встрече ветеранов Тагилстроевского района, у них тоже юбилей, это прямо все довольны. Так вот, я хотел бы отметить в первую очередь жителей блокадного Ленинграда, у них подшепная школа, это гимназия 18. Они там проводят встречи, у них там есть музей. И даже вот награждение, это 75 лет Победы было, вручали там. У нас это даже очень такой небольшой фильм, трогательно смотреть, как дети их благодарят, как с ними общаются. Дальше. Восток-шахта-проходка. Вот у блокадника хотел бы ответить Виктора Михайловича Моисеева, это руководитель организации. Восток-шахта-проходка Владимир Борисович Горбунов. Они шествуют с 48-й школы. Они даже у нас берут копию Знамени Победы и торжественно выносят на линейку, которая посвящена 9 мая. Проводят уроки мужества. Точно так же проводят уроки мужества и блокадники. Дальше. Уральский добровольно-танцевый корпус, ветераны. Они вот провели соревнования, посвященные Дню Победы, это в 100-й школе. Участвовали в этом ветераны и школьники. Ну и отдельно хотелось отметить, 30-летие отметили пограничники заставы. Вы, наверное, там бывали. Это такая организация, которая затмевает все, они успевают все сделать. И там надо отдать должное Николаю Федоровичу Гейшелю. Он очень хорошо все это организовывает. Мы с ним плодотворно сотрудничаем. Даже уже один раз выезжали на границу в Челябинскую область. Подшефная застава. А в этом году собираемся там совместно с артистами ДК НТМК дать концерт для пограничников и их семей в городе Троицке. Ежегодно ветераны получают бесплатные путевки в Сосновый Бор. Есть ли уже те, кто отдохнул, либо те, кто вот буквально поедет туда? Ну, это неправильно назвать, что они бесплатные путевки. Они за мизерную, все-таки ветераны оплачивают там примерно около 20% стоимости путевка. Это, конечно, мизер по сравнению с тем, что она стоит. Но в этом году очень трудно формировались группы ветеранов для заезда. Первоначально условие было: переболел, привит, противопоказания, и трудно набирались группы. Вместо 90 человек набирали группы 60-65 человек. Ну и вот за 5 месяцев отдохнуло 387. Ожидается, что мы дальше уже во второй половине этого года будем уже полноценные группы по 90 человек набирать, еще где-то 450. То есть итого получится где-то на уровне прошлого года, где отдохнуло 735 человек. Где-то больше 700 отдохнет и в этом году ветеранов. Еду с удовольствием. А что касается, ну, кроме Соснового Бора, еще у нас отдыхают на предприятии, на санаториях предприятий. Вот я еже, вот бесплатно, по-моему, только единственное, кто у нас в городе, это Евраз отправляет своих работников. Зеленый мыс, они ежемесячно по 30 человек ветеранов бесплатно отправляют в Качканар, в санатории «Зеленый мыс». И кроме того, почетных пенсионеров Евраз НТМК отправляют бесплатно на Леневку. Формируют
там 20 человек всего. Ну, там ветеранов не так много, вот набирают такие группы. Бесплатными путевками могут пользоваться как и в Сосновом Бору со скидкой, так и в Зеленом мысе или Ленёвке раз в 3 года. Глава города Владислав Пинаев презентовал ветеранам Нижнего Тагила проект «Стелы. Город трудовой доблести», который установят в год 300-летия города на Привокзальной площади. Как ветераны отнеслись к этому проекту? Что говорят? Я вначале хотел предысторию рассказать. Ведь ветераны еще более десятка лет обивали все инстанции для того, чтобы выделить Нижний Тагил. Тагил не воевал, но он воевал своим оружием. Воевали, если бы не Тагил, что бы было бы? Половина танков Т-34 была поставлена Нижним Тагилом за все годы Великой Отечественной войны, 25 тысяч. Это же большое количество. И вот у ветераны, я вот знаю, ушедший из жизни Мелехин, Сергей Тихонович, герой соцтруда, почетный ветеран города, почетный гражданин города. Он вместе с Валерием Павловичем Овчинником вот это, начали вначале на НТМК эту работу, потом в городе. Ветеранские организации помогали. Надо сказать, что и администрация города к этому отнеслась положительно, и наша городская дума, и потом уже на уровне правительство Свердловской области, губернатора и ЗАГС собрания, все это в конечном итоге вылилось в 2020 году. Мы получили это звание. Знаете, что в тот день, когда его обнаружили, что у меня телефон, как у меня телефон, я не переставал получать не только тагильчан, но и из других городов, кто меня знает, у меня это много знакомых и в Питере, и в Севастополе, и в Владивостоке, и в Магадане, то есть все звонят, все поздравляют, вы наконец-то добились, какая вам честь. Ну, когда вот мы собрали ветеранов предприятий, которые ковали оружие победы, вот когда глава города рассказал, все были в восторге, поддержали, и теперь все ждут августа, когда мы дружно все придем, поприветствуем нашу стелу, поклонимся памяти тем, ради кого эта стела была поставлена. Так вот. То есть все ждут, не дождутся, все рады. Владимир Иванович, и в конце программы ваша организация отметила юбилей 35 лет. Расскажите об этом более подробно. Ну, в апреле 1987 года было принято решение, все мелкие дворовые организации, которые существовали во всех городах Советского Союза, объединить это в какое-то единое целое. Начала создаваться это всесоюзная организация ветеранов, областные и городские, и потом районные, и в которые начали входить это ветеранские организации предприятий и территорий. Вот это все объединение произошло. Самое интересное, первые ветеранские организации у нас в основном это возглавляли ветераны Великой Отечественной войны. Точно как в Нижнем Тагиле, так и в других городах. Вот я сколько общался. 7 апреля мы отпраздновали юбилей областной организации. Была интересная программа. Теперь мы 28 апреля готовим свою программу. Приглашаем ветеранов принять участие. Он будет проводиться по адресу Карла Маркса, 35. Это дворец культуры школьников. Начало в 16 часов. Вроде совместно с работниками дворца готовим интересную программу. Будут у нас руководители города, будут представители ЗАГС собрания наши, славные депутаты, будет наша Государственная Дума и будет областной совет ветеранов.
Это отметили юбилей уже и районные организации. Мы разрешили им чуть раньше, чем мы. Владимир Иванович, спасибо, что были у нас сегодня в студии. Спасибо за ответы на вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Факты в лицах». Сегодня говорили с председателем городского совета ветеранов Владимиром Свистуновым. Всего доброго.